Давай, я жду, когда ты отпишешься мне. Я могу тебе вдруг, как обычно, забыл меня назвать, забыл меня название слова. Давай, жду, когда ты отпишешься. Ну, эта игра даже есть на Good Game. Игр. Так, у меня зрители, я здорово. Желание поменялось? Поменял. Давай, отпишись, и мы начнем. Я вообще разговариваю? Да, вроде как разговариваю. Так, а еще эту игру я буду делать несколько потише. Что ты, где ты, не томи меня? Ну где же ты, мой ассасин? Наверное, отошел. А, нет, ты в Дискорде. Ну что, мы можем начинать, нет? Опять нажми. Потому что стрим уже идет без тебя. Да, все, отлично. Так-с. Пускаем игру. Сразу же немножечко ее подпишем. Ах, ты молчал, гад. Лучше бы ты этого не говорил. Что ты давно тут сидишь. Так, пускаем игру на стрим. Готов. Значит, игра называется Синдром отчаяния. А, задержка. Я просто несколько раз говорил, и довольно долго. Так что твоя отмазка задержка прокатит. Хотя, ну да, пока дойдет стрим. Ладно, понимаю. Там задержка на стрим. Так, вернемся к игре. Значит, игра называется Синдром отчаяния. Это абсолютно не важно, потому что сайт не сюжет. Тут есть куча аниме девочек, целых 5. Значит, давай, выбирай какую. Ну, по порядку, так, 1, 2, 3, 4, 5. Давай. Я не буду ни про них ничего рассказывать, потому что по секрету я про них вообще ничего не знаю. Кроме, ну, способностей и прочего. Ну, как бы, это все. Это, да. 2. Окей. Поехали. Ты, кстати, выбрал, по-моему, самого имбового персонажа. Судя по тому, как он всех разносит. Отбуточка. И пиши сразу, если будет нарекание по качеству, потому что до этого я только по большей части больше стримил XCOM. Так, помню управление. Ну, как бы ваншот. Другие персонажи, к слову, так не умеют.
Вообще то, что нужно после Боша, она так расслабляет эта игра. Так, меня херачит. Так, а еще есть у персонажа есть суперспособность. Ну типа магия. Но у этого персонажа она явно бесполезная. Дальше можно будет сменить. Дальше можно. Ну, типа такая же легкая в этом смысле. Но это только за этого перса так просто. Хотя нет, там за всех просто играть в эту игру. Блин, я в него попасть не могу. Так, это типа мини-босс. Большой француз. И большой у него не только размер. У него большие штаны бабочки. У меня куда мозг пропадает, я так чувствую. Как будто бы он атрофируется прямо во время процесса. О, дабл килл. Эй, я хотел комбу взять. Во всех на штык не садил. Так, что это? Консоли диска. Ну-ка, не будем их херачить. Так, вот теперь будем, что-то их много стало. Так, на легкую атаку есть комба? Нету. Почти чистили эту галерею. Всё. И всех нахерачили. Так, блин. Что за хит? Обычно, я так подумал, на подобную игру должно приходить много зрителей. Ну, если у них вообще есть возможность прийти на мой стрим. Потому что игра вообще не требует никакого понимания. Более-менее поверхностная все и понятно. Где мои зрители? Ладно, это все шутка.
не дамажит. И тут пролки. А, они сами пропадают. Зачем они? Они такие бесполезные. Упустите. Ну, кстати, в этой игре умереть ну очень сложно. Так, ага, тут уже не выступит. А, и тут этот мини-босс. Два мини-босса. О, сейчас не тут. Блокируют. Ой, давно я вот этот прием не использовал. На 100 захерачу. И... Гертруда, в общем, в переводе. Осторожно. Не, ну, напал же мне. Меня подлагивает начало. Почему? Так, ну отвали. Так, я начну эту херь прийти зла. Так, я на. Воу-воу-воу, ну чё за херь? Я вам не на голову. Так, а теперь опадет. Чё урона так мало? Блин, дохни, тварь. А-а-а, чё-то происходит, я хочу уйти оттуда. О, я даже задоджил. Давай дохни. Так, в сторону, в сторону. Ай, так, вы тоже дамажу. А, ну легкий босс, короче. Это даже не Dark Souls. По сложности. Эх, подкрутить было в игре сложность, она была бы поинтереснее, конечно. А так две кнопки жмешь и побеждаешь. А мой стрим. Ладно. Это все мы. Как? В общем, давай дальше. У тебя еще один выбор. Можешь сменить персонажа. Бабочка соплей. Бабочка соплей уже побеждена. Один синдром суицида. А, первый синдром суицида. Хорошо, заказ принят. Ехали. Возможно, тебя удивит. Сна у этой девушки, а возможно и нет. Классно, да, я говорю? Может да, может нет. Хер его знает. Очень красивый. Давай, игра. Больничный уровень.
Там есть пистолет, ракетомет, пулемет, значит, миномет, гранаты, еще гранаты, еще больше гранат, ракетомет, еще больше ракет. Также есть остановка времени. Есть остановка времени ко всему к этому. И еще есть М4. Я думаю, у меня просто иногда получаются флешбеки. Это не вернулись. Так, какую? Синенькую. Херачим их. Черт, это не пробивает меня. Ай-яй-яй. Вот с этим персонажем уже, конечно, проблемы. Хотя бы минимальные. Опять вы так, что за читерский прием? Так, а теперь надо в красненький ходить, насколько я помню. Привет, травмат. Ты как раз вовремя на хентайщину подоспел. Так, день времени. И херачим его. Ай, вот это было не очень хорошо. Теперь херачит меня. Ура, новый зритель. Вот так вот эту фашистскую крысу. Простите за выражение, конечно. Так, что это за херь? Ну-ка, в сторону. Так, так, так. Они там точно сзади кучку у меня за спиной. Чё-то я сомневаюсь, какую-нибудь верите синим нам.
Ну, ассасин не даст соврать, потом записи появляются на ютубе. Так, в сторону Херли. Open the door. Так, где мы? А, ну опять здесь, конечно. Вот. Это какие-то странные врачи, если это вообще пародия на врачей. Я вообще не понимаю, что происходит, честно. Так, остановка времени. Ну, какой-то хер сделал, конечно. Где вторая? Я ее убил, что ли, уже? А, и эта умерла. Так, идем в синенькую. Наверх. Так. Да, это новое место, отлично. Ай-яй-яй-яй. Как же их много, блин. Я так играть не буду, потому. Бомба, гранаты вперед. Синюю гейскую дверь, конечно. Это была ошибка. Изи фраг. Ух. Так. Синер. Да, да, теперь в розовый в этот раз идем. Ну, опять же эту комнату защищать. Так, вы меня вынуждаете, парни. Санитарная служба в действии. Отлично. Выбрались из того лабиринта, кажется. Что это вот за херня внизу? Какой-то пластик. Что это? Ладно, пошли. О, остановиться. Так, тут можно спидранить. Конечно.
Еще 1000 потерял. Сейчас будет босс. О, можно замерзли. Черт, я попасть не могу. И, кстати, это только первая стадия босса. Я что-то, по-моему, неистово туплю. Вот и какие-то крысы в малом количестве. Я уже дохну. Вот самое интересное началось. А он, конечно, тоже какой-то бесполезный. Бесит себя. Кажется, у него так прибавилось, просто у него кого не нашлось. Черт, что это за дичь? Вообще, мухана. Правда, если я сейчас получу любой урон, у меня тут же синяя полоса превратится в красную. Давай, отлично. 4 хп у него было, или меньше. Ну ладно, все равно игра не сложная. Чем тут гордиться. Так. Упала какая-то... Какая-то красная хель. Всего упала, непонятно вообще. Так, идем дальше. Что тут? Итак, теперь почетным правом выбирать следующего персонажа награждается Травмат. Травмат, ты можешь выбрать любого из вот этих 3 персов. Эти 2 уже были.
начинается с среднего и вправо. Ладно, ассасин. Травмат что-то тупит. Давай это. Выбирай ты. Синий. Окей, милишник. Вон, на этом уровне она как раз уходит хорошо. Ну, враги какие-то груши для битья. Кстати, магия, просто перемещение. В общем, травмат, у тебя была возможность выбрать пяночку. Но ты все про это. Все просрал. Так, какие-то два больших. Надо зайти на край. Это очень веселый момент. Ну все, начались уже конспирологические теории. А, это место можно спидранить, правильно. Ай-яй-яй, не падать. Где я вообще? Я потерял себя ненадолго, Зиды. На, поплатился.
Как глупо. Дважды в яму, ну что за бред? Все, зрители, вы должны уйти после этого момента, после того, как я дважды упал в яму, так глупо. Нет, конечно. Я даже... Я один раз пытался запустить поиграть в ОМ с ботом. Мои уровни познания ОМа крайне минимальны. Поэтому я сомневаюсь, что когда-то эти стримы будут. Хотя вот просто смотреть ОМ... просто смотреть ОМ мне нравится. Вот последний видосик 2 выкладывал, я полностью смотрел. Подлагивать ничего. Научишься. Так, надо понять, почему лагать. У вас, кстати, там как по трансляции? Все в порядке? Мой микрофон не прерывается, к примеру. Лагают, да, вот сейчас? Смотрю, в чём дело. Ну, на вид все окей. Так, а по состоянию? Листика? Вроде тоже окей. Ну, не знаю, что-то лагает, непонятно. Сейчас буду держать диспетчер рядом, чтобы видеть. Не пойму, в чем дело. Это похоже игра. Не знаю. Игра, видимо, стала слишком насыщенной в какой-то момент. Хорошо, ассистент. Без проблем. Тебя тут никто не держит. Тесто. Ну что ж так лагать? Давай переставай лагать игру. Да, кажется, окей, там просто был глючный уровень. Старый ящик. Да ничего спинать. Ну, Warcraft, я не знаю, как-то он мне не очень. Слишком такой рассчитан. Ну, надо постоянно вот кликать это вот. Если не практиковаться, это очень быстро забывается. Ну, максимум, до чего я доходил в Warcraft, это любительский уровень, такой около любительский. Когда я мог там билд один сделать заученно за пару месяцев. Ну как? Ну, конечно, что-то по ситуации, но это же Warcraft.
Там вариативность минимальная. Так, ну, босс, тем не менее, изи-изи побеждён. Еще одну черную призму. Блин. Алом. Ну, я как человек, который никогда не играл в Алом, а играл мало. Не могу сказать. Может быть, ну, там же все не только. Смотря с какой стороны смотреть, понимаешь, если мы посмотрим со стороны мультиплеера, то, конечно, зависит от игроков. Но я думаю, что игроки хорошие в Алом есть. Конечно, они не достигают стопроцентной вот этой вот величины, которую можно выжить там из игровых ситуаций, как в Варкрафте. Но тем не менее, недостижимость стопроцентного вот этого вот идеального билда и прочего вот это вот в Ваоме, она, конечно же, ниже. Точнее, сложнее вот это вот идеально все сделать. Поэтому, ну и вообще там надо думать. И вообще, как минимум, мне бы следовало сначала понять, как там все устроено экономически. Потому что даже с этим у меня там были проблемы, я не мог банально это поставить. Но это все, наверное, от того, что я мало в него играл. Так, ну ладно. Значит, тут не игралось еще два персонажа. Третий и четвертый. Можешь выбрать любого. Ты часто приходишь к стримерам на стримы и агитируешь играть в АОМ? Почему именно я? Я не хочу. Я хочу быть жалким зрителем, который восхищается неожиданными моментами и даже не понимает, как это все работает. Давай-ка к сущному вопросу. Третий или четвертый персонаж? Омерские приколы 1-1. 4. 4, в смысле, персонаж 4 или это таунты за ума? Или это из АОЕ? Окей, 4. Заразер там опять пишет в дискорде. Сейчас смотри. Сейчас там все загорятся в дискорде. Так, ладно. Возвращаемся к игре. Идеальный уровень, на нем текстура не отображается. Он так стилетически сделан. Ну-ка, вот назад я, блин, не пробовал ходить. В общем, у нас чего-то это... А, кстати, на удивление, каждый раз подбираем идеально проходящего персонажа под уровень. Что ж ты?
Идет больно. Ну, совсем не эстетичные вопросы. Правая, конечно. Рабочая, так сказать. Только сейчас заметил. А, они мне ульту сбили, мало хп оставили. Ну как ульту, в смысле магию? Так, пойти. Чё-то жестко, я тут понимаю. Так, что-то опять какая-то высада. Но засаживать здесь буду только я. Вот, это тоже посерьезнее. Грунты и компания. Ух, вернулся.
Блин, что он делает? Он меня троллит, это точно. Большой. Ну, конечно. Конечно, он уйдет в другую сторону. А, еще не в ту сторону. Это вообще издевательство какое-то. Какую-то какаху словил черную. И замес. Вот и босс. Ну что-то не черное на этом уровне. Так. Ну, конечно, мимо. Ай-яй-яй-яй.
Так, полегче. Больно, больно, больно. Я проиграл. Видно. Минус девочка. Все, я убил девочку. Все, за нее больше нельзя играть. Тут, кстати, есть секретный уровень. Когда ты теряешь всех девочек. Ну, я уже терял всех девочек. И когда ты теряешь последнюю, то есть выбираешь последнюю, то активируется ультра секретный уровень. Что за тварь, почему не уворачивается? На это мучение за этого персонажа. Это что такое? Ты попасть можешь? Какой бесполезный персонаж. Что-то не играл уже с собой, начал поднаедать, да и дать. Поспать уже хоть.
Да, игра унылая, все. Больше никогда не буду в ней играть. Так, идем на стрим к... идем на стрим... Ого, твой пост стрима. Осис, ты Урус Макс. Идем на тело Урус Макс. Сейчас я вам покажу, что там происходит. Верная дорога идем, товарищи. Верный. Вон там домики, вон нам туда надо. Вон туда надо. Кажется, стрим закончен. Все сломал. Значит, ладно. Это был неплохой стрим, я им доволен. Потому что стрима-то давно не было. Вот. Спасибо, значит, тем, кто был. Спасибо травматологу, что зашел. Конечно же, безусловно, спасибо Дрина Нолю. И моему самому преданному фанату больше тоже огромное спасибо. Все, всем пока. Ну, может, еще встретимся на других стримах. Пока-пока.